С начала года специалисты МЧС потушили почти 900 возгораний сухостоя. Чаще всего основная причина – человеческий фактор. Это может спровоцировать не только крупный пожар. Горение сухих листьев неблагоприятно влияет на экологию. Подробнее в материале Георгия Запарова. Осень – золотая пора смены красок. Кроны деревьев желтеют, а листья постепенно осыпаются. Именно они становятся главной проблемой времени года. Специалисты отмечают, пик осеннего листопада приходится на октябрь и ноябрь. Коммунальщики ежедневно убирают дороги и тротуары, но этого недостаточно. Во дворах жилых домов справляются своими силами. Устраивают субботники, а листья по старой традиции сжигают. Врачи говорят, делать этого ни в коем случае нельзя. Дым, который образуется при сжигании, очень опасен для людей с заболеваниями респираторного тракта. Это люди, которые страдают бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, хронической обструктивной болезнью легких. Но дым от лежалых листьев содержит огромное количество химических элементов, многие из которых очень вредны. Это такие химические элементы, как закись азота, это соли тяжелых металлов, это какая-то пыль, это канцерогенные вещества. Например, бензпирен, такое известное вещество, которое способствует росту раковых клеток. И у таких людей со временем может развиться какое-то онкологическое заболевание. Такого же мнения и специалисты Минприроды. Негативное влияние дым оказывает не только на здоровье людей, но и на окружающую среду. Листья концентрируют в себе городскую пыль и выбросы от автомобилей. Доказано, при сжигании одной тонны листьев в атмосферу попадает 9 килограмм вредных веществ. Это же такой дым, который проникает, хоть двери закрой, хоть что, все равно. Вот поэтому категорически запрещено листья сжигать для нашего же блага и здоровья. Есть способ собирать листья в мешки или закапывать их, компостировать. Это прекрасное удобрение и улучшает состояние гумус почвы. Поэтому есть возможности как бы их утилизировать по-другому. Сжигание сухой травы и листьев – это еще угроза возникновения пожаров. С начала года специалисты МЧС потушили почти 900 возгораний, основная причина которых – человеческий фактор. Хотелось бы обратиться с призывом к населению нашей республики о соблюдении требований пожарной безопасности, о том, чтобы не выжигали сухую травянистую растительность, листву, пожневные остатки, стерню, так как это может привести к более серьезным последствиям, вплоть до того, что может пожар природный перекинуться на населенные пункты, на строения, как жилые, так и нежилые, что также может повлечь за собой гибель людей. Сжигание листьев может больно ударить по карману. Денежный штраф для физических лиц составляет от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей и на юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей. Георгий Запаров, Алан Суанов, Новости Осетии.